Всем привет, с вами Роман Стелс. Очередной эпизод прохождения Mortal Kombat X. Играем за Соню, глава 5. Судя по всему, приехали за Кано. Не так ли? О, Господи. Inform Li Mei. Tell her we're investigating. Raiden, what'd you find? Shinnok's amulet has been stolen, replaced by an exquisite duplicate. Damn it. Something is wrong. I will speak to you once. Raiden? О. Raiden. Lieutenant. Абонент возьми доступа нахрен. Check in with Raiden and report back. Видите, даже получается магические амулеты тоже у них как бы с технической стороны не все в порядке бывает. Никто не совершенен. Said, why are you bothering me? And I said, because my ex-wife is a pain in the... А, но все-таки они женаты, блядь, отлично. Can't just walk away. I'm in this too. Not my decision. Thank your buddy, Secretary Blake. This is what split us up in the first place. You disappear in your work. Never time for me and Cassie. I had responsibilities. Sorry you couldn't be the center of attention. There was a time when you cared more about your family than your job, General. Ясно, понятно. Отношения выяснили. No evil sorcerer isn't here. Do you get serious? Quan Chi needs to clean up his man cave. It's cleaner than yours. You're comparing me to Quan Chi? Only in terms of cleanliness. What's this? I wouldn't do that. Aw, come on. Where's your sense of... adventure? You wish for adventure? You shall have it. Fire! Господи, Джакс. Я не хочу с Джаксом драться. Джакс для меня слишком страшно. Я боюсь его. I have no need of your soldiers. But you and Mr. Cage will serve me well. Once you are dead. Четверо на двоих. И, кстати говоря, расщепление идет в нашу пользу. Don't know when to quit, do you? Скорб, ну давайте. Ух ты, ух ты, ух ты! Нифига себе! Ах ты какой, хитрец. Ух ты, ладно, я понял, да, тебя отпрыгивать нельзя. Что ж такое-то, он мне одним приемом вот этим захреначил, у него остался один удар. Что за чувак вообще на нас смотрит из этой водички, я, кстати, понять не могу. Кто это? На, ладно, все. Это Скорпион, тут нельзя, мне кажется, лишний раз. Ах ты, отпустил блок не вовремя. Ух ты! X-Ray это красивый, кстати. Это что такое было? У нас какая-то штука тут появилась дополнительная. Беспилотник какой-то. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ты же блок, что вы? Ну тут мне честно, что вы? Вот эта его подсечка гребаная, она очень прикольная. Она мне так нравится в исполнении и в эффективности. Ну хорошо. Но это же Скорпион, это же, черт возьми, Скорпион. На.
Но мы все равно выиграли. Есть. Напряженненький такой бой был. Раунд мы слили. Так, следующий Саб-Зиро, да, видимо? Ух, хорош, прикольно. Да не, разобрались. Но только не с Джаксом. Нет. Quan Chi, you've lost. A delay, Miss Blade. The inevitable still beckons. О, нет! Как так? Ну это неправда, естественно. Это же было 20 лет назад, а Джонни жив. Все нормально. Вот как он двойников лепит. А чё Джак стоит и не помогает своему хозяину? Ну ладно. У меня претензий нет, я просто переживаю. За сюжет. Господи, черт, вот это плохо. Вот это очень плохо. Ай, фак, гребаный Джакс. Ничего себе, что мы вот... Я, кстати, не понял, как я это сделал, но мне понравилось. Кстати, вообще мы серьезно сейчас Джакса попинали в углу. Ой-ой-ой. Сони вообще, по идее, должны быть... Больно. Неплохие удары ногами. То есть связки ножные у нее хорошие должны быть. О, кстати, например, как это. Это что ж такое? Икс-рея нету. И ничего нету. Это, короче, одно комбо я всего. Ого, вот это крутая штука. У Джакса. Завалили. Ну, в углу зажали, и неплохо. Отлично. Есть. Победа над Джаксом. Все, сердце может успокоиться. Фух. Но Кейдж живой, это и так понятно. Raiden. I must reverse his spell. Ata, Romileko, Esaltika, Arventika. Ata, Romileko. It's working. Esensalta, Arventa. You cannot save him. Ooh, shit, Quan Chi. You're weak, Thunder God. Johnny Cage is mine. No, he's mine. Ух ты. Save him. I've got this son of a bitch. Ух. Ух, нифига, какую прикольную комбочку получилось-то сделать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Нет, спокойно. Мы все сделаем. Quan Chi, это очень круто, но... Ух ты. На. Это был Брейкер? Хорош! Классно! Связка прикольно получилась. Ну, честно говоря, вообще получаю удовольствие от игры. Ух ты, это что, X-Ray? Нет, какая-то другая штука. Но, тем не менее, тоже смертоносная. Кстати, насчет X-Ray, надо бы подзамутить как-нибудь. Ай-яй-яй. Ух, хорош.
какой Соня прекрасный боец. Так мне понравилось за нее драться вообще. Ну и все-таки она... Ну нет, она была в других частей даже более красот. Честно говоря, чуть-чуть старее. Хотя, что тут думать? Женщина военная, они... Супер красавицами быть не могут. Ух ты! Ну это жестоко. Это пипец жестоко. А чё череп-то не раскалывается? Вообще должен был уже. О, нет! Чёрт! О, Саб-Зиро. Ожил. И Скорпион вроде. И Джакс! Ну, в смысле, ожил, в смысле... Заклинание на них больше не действует. Вроде бы. А Кейдж что, все? Да не, какой все, это было 20 лет назад. Все окей, я не боюсь, мне не страшно. Не переживаю, в смысле. The others are restored to the living. By coupling Quan Chi's dark magics to my own, I was able to restore their souls. Is he gonna make it? Haven't I told you? He's a god. You scared the shit out of me. They said I couldn't do horror films. He's gone? How did he... We gotta go after him. He can wait. Right now, we need to get you and the others back to Earthrealm. Why is it taking so long? Name? Rayem A2KEREM. Thanks. You seem to know this Kano intimately. Not the word I'd use, but yes. I chased him for years until he escaped to Outworld after Shinnok's invasion. Why would he return now? All that matters is he's... caught. Gotcha. Как он ее увидел? Are you lost? Ох, ну вот это классика. Been a while. Not long enough. This is General Blade. I need MPs to my location immediately. Oh, let's keep this between friends. A trade. Info for freedom. I don't negotiate with scumbags. Well then, if mother won't play nice, maybe daughter will. Ах ты какой. Back off, and all's well. Piss me off. And Cassie's gonna meet Uncle Kano. I swear to God, I'll kill you. Ух, ну кстати, Кано единственный боец в игре, который мне надрал задницу. В общем-то, он и продолжает это делать, что называется. Вот это его. Вот это его хрень. Да, слушайте, он силен. Он сильно силен. Вот это. Вот особенно вот это вот колобок его вот этот. Он мне что в третьей части не нравился, что в четвертой, что в пятнадцатой, что в любой. Пипец! Все из-за сраного колобка. Или как там этот прием его называется? Не, подеремся. Я как бы все равно без победы-то не уйду. Какой
Вот он, кстати, крепенький. Кану-то я что-то его бью-бью, а он какой-то не... Нет, он неубиваемый. Может, я просто не те комбы делаю, хотя... Вот опять он этот колобок свой сраный делает. Без боя не сдадимся. Будем биться до последнего, если, блин, надобится. Да как же так? А он все вот заблокировал, собака. Ну что ж такое-то, ты задолбал своим колобком долбаным, на. Ух, тяжело, 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 друзья. Но мы попробуем, вот опять. И надо после каждого... Да ты затрахал, парень, ты слушай, ты давай, действительно, это уже не интересно даже. Вот опять, какого хера? Вот это что, он кроме этого ничего делать не умеет? Вот и опять. На! Я знал, что будет колобок. Колобок. Как я... Вот сейчас был колобок, а у нас рентген. X-Ray. Убить Кану. Мы выиграли. Фух. Есть. Это было тяжело. No, I'm not done with you. All right. All right. Get off me. Sonia, ease up. You kill me. Never fight. Amulet. Sonia, we need that info. Sonia, don't make this another thing you regret. Но так всегда. О, следующая часть, да? Следующая глава? Да, Дивора. Как раз таки, по-моему, за... Пчелу будем играть. Ладно, катсцену все равно досмотрим. You have new information from Earthrealm? Kano talked. Gave us the details on Melina's location. She has the amulet, but she's got a lot of protection. We will strike immediately. Perhaps a too proud approach. The army will engage Melina to stretch her, while this one retrieves the amulet. Not alone. This one's coming with. Stealth is of the essence. Did you not hear me? You may assist in the main strike. Devorah, we will grant their request. And I will finally be rid of Melina. Ух ты, какая прелесть. This one understands your logic, but does not reach the same conclusion. О, рептилия там сидит. Like others, this one is not heed with Melina as Colonel. But it is not clear your crew will succeed. That is why I invited our Zaterran friend. Listen and join us. I know things about Melina. A troubled rule will fall in the telling and pave the way for Quartal. What would you know that... Ah, there they are. Three of your fellow counselors, whispering like handmaidens. Или это опять флешбэк какой-то? Чё-то я запутался, честно говоря. If only you would hear our counsel. As war with Netherrealm looms, I have urged detente with Earthrealm. And I've told you I would sooner die than treat with my father's murderers. You refuse practical solutions to credible threats. You endanger the realm. And sedition does not? Speak your last before I have your tongue. You are not Shao Kahn's true heir. She is a construct
formed in Shang Tsung's flesh pits. I saw this. Your best claim to the throne is moot. Рептилия заговорил, смотрите-ка. I succeed Shao Kahn by his decree. Succeed him you have, but Outworld demands new leadership. From you, Aztec fool. Kill him! This one serves Melina no longer. You will defend your empress. Our creator Shao Kahn is dead. We will serve whom we choose. Ух ты! Ермак за нас, круто! Вот это махач пошел. Ну что, барака? Shao Kahn conquered my realm. I owe him my loyalty. I honor his will. Ну попробуем. Тот еще ублюдок на самом деле. А девочка, я что-то пока не разобрался насчет того, как ей драться. Какие у нее как крутые штуки у бараки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ясно, ясно, понятно, я понял. Да подожди ты, господи ты, боже мой. Дай хоть, ну, дай я кое-что попробую, подожди. Ай. Затрахал своими вертушками, получили X-Ray. Не надо было его тратить все-таки, но... Как говорится, победа есть победа. На. Ух ты! Это Mortal Kombat 2 стайл сейчас был такой. Хотя... Да господи, отвали нахрен! Да что, что ж такое медленное? Ты, господи, ты боже, что можешь? О, тетенькой запусти. Вот это мне, кстати, нравится карта, что здесь можно... Можно бабушек использовать в качестве... Ай-яй-яй! Плохо. Нет, хорошо, победили. Хорошо. Страшного бараку слили. Посмотрим, что дальше. Стоп, я же хотел эпизод новый писать. Что такое? Ну ладно, раз начали, продолжаем. Ой, что такое? На скорости так нажал все, что было написано, хотя отвлекся на мобильный телефон, кстати. Но вроде получилось то, что должно было получиться. Черт. Барака умер. Да и ладно. Мне его не жалко. Никогда его особо не любил. Take her away. Кормак какой-то стрёмный, честно говоря, внешне. С маской он красивей. В наморднике в таком. Так, присягнули мы этому божеству солнечному, по его мнению. Но это уже наше время. Ну, наше, в смысле, спустя сколько-то там лет. Рейн и один из расы барак. Не помню, как раса называется, к сожалению. Here to surrender, traitor? You speak of treason. This one knows you desire the throne. Why serve Melina? I advise her. Stealing the amulet was my genius. It kills her a bit each time she uses it. As both sides diminish, you fill the void. Exactly my plan. Ха-ха.
Еще раз с Рейдом сфайтимся. Но он вообще соперник-то опасный. О, еще и в воде. Ну попробуем. Ух ты ж какой. Комбочки, единственное, что я не знаю, за вот эту вот тетю замечательную. Ой-ой-ой. Ну попробуем что-нибудь. По крайней мере, с баракой справились, а барак, он как бы такой парень. Неприятный. Ух, нифига, вот это. Ну это чисто Рейн со стилем из 9 МК. Это прям. Ну я просто знаю все его комбо, все его трещинки и прочее. Что там еще можно знать? У бойца. На. Ой, как здорово окружение использовать. Ну это прям вообще прям блаженство. Оп! Из угла выбрались, хотя бы так. Хотя бы так, хотя бы оно. Бум! О, вот это хорошая штука, ей-бум. Срей. На, черт. Это очень, наверное, больно. Даже, не знаю, никому не желаю такое проверить на себе. О, Таня тут с удовольствием рожу чистит уже Кассандре Кейдж. Leaving without your friend, Devora? Your people believe we avoided your island out of respect for your solitary nature. We just didn't like you. The Kaiting do prefer solitude, which I will achieve momentarily. Ну это уже, ну не, конечно, не классика, но хотя бы с девчонкой дерусь. Девчонка против девчонки хотя бы. Ну что такое было? Что я там вытворил со своим телом страшного? Зачем я взялся за эту бедную лиану? Чё-то у меня как-то... Да джойстик! Не, он работает нормально, просто я что-то вроде иной раз жму назад, а он меня отпрыгивает. Может это из моих огромных пальцев уже происходит? Тихо, тихо, тихо. Спокойно. Ай, нет, зачем брейкер? Ну что такое? Все, походу нам шляпа в этом раунде. Нет, конечно, мы постараемся. Ай! Ай, не по... захват не прошел. Ну и как-то вот так вот в пылу сражения бах-бах-бах замочили. Черт, мы сейчас, получается, две главы затащим. За Соню, да и за Девору. Так что ли? Ну ладно. Ничего страшного, в одном эпизоде две главы. Тоже неплохо. I know you said you weren't friends, but you're not killing them. Head's fine, by the way. Так, с кем мы уже смахнулись? С баракой смахнулись. С Рейном и с Таней. Ну, еще четвертый бой должен быть, по традиции. С Миленой, наверное. О, как, какая техника интересная. Девора! Ну, естественно. Ну а тут надо быть осторожнее уже, намного. Ой, все. Ну, начался сливон. Начался. Ну мы попробуем. Мы же что, не можем просто так взять и сдаться. Господи, ух ты, что так? Ой, вот эти вот все, ну вот все началось. А ну что ж, вот и не хотел прыгать, хотел сесть, а она прыгает почему-то. Как это возможно, если я нажимаю вниз?
Вот это жесть. Но, кстати, с минимальными жизнями выбили, кстати, бой. И... А, есть. X-Ray у нас остался. А-а-а. Главное, брейкер его никак не слить. Ух, грамотно, кстати, сейчас получилось так немножечко так, скомбинировано. И надеюсь, нас ждет бам, успех. Класс. Вот это был прикольный бой. Даже вон ачивку дали. Хотя это, наверное, чисто сюжетное. Ну ладно, смотрим кат-сцену. И эпизод, думаю, завершаем. Enough of your prattle. Finish me, that I may join my father. Ой, какая красивая. You do not deserve death by an emperor's hand. Instead, I give the honor to my worthy. Раньше у него весь рот был зубастый. Сейчас губки-то остались. Интересненько. Для чего разработчики так сделали? Это прикольно. Черт. И в то же время ужасно. О, черт. О, фак. Ах. Нет слов. The rebellion is over. Well, thanks for that. I know I'll never eat again. With your leave, we're gonna head back to Earthrealm. Put the amulet back where it belongs. Ну естественно, хрен вам, а не амулет, блин. Earthrealm cannot be trusted to protect the amulet. It will remain. With me. The Reiko Accords require the that Accords you... no longer concern me. But you may prove useful when Raiden comes for this. This one deceived them. The amulet is in Kotokan's possession. You can retrieve it. He trusts no one else to transport it. Keeping you close to the Outworld throne these many years has proven most fortuitous, Devora. They never suspected one of their own to be a disciple of our Lord. Да ты ладно. This one lives to serve Shiro. You have done well. Now bring it to me. Without delay, Anki. Черешненький поворот. Какие у них бараны тут. Прикольно. Это что, Люкенко Кунглава? Джакс. А что, за него будем играть? Your wife told me I'd find you in here. You and Vera have a nice chat. Always. Is that a national? I haven't seen one this. You didn't come here to discuss farm implements. All right. I'll cut to the chase. I need your help. My help? I know. I don't have any right you to... You knew what I wanted. Jackie volunteered. She came to me.
I know. Listen, I get why you didn't want Jackie joining SF. Why you retired. I mean, if I had to live with memories of being one of Quan Chi's thugs, I would have eaten a gun a long time ago. Well, you know Vera. She never would have allowed that. So what is it you need help with? The Outworld refugees? Worse. Shinnok's amulet. Melina has it. Damn. And we've gotten word from Serena that Quan Chi has resurfaced in the Netherrealm. He shows his face after 25 years, just as Shinnok's amulet is in play. That's not a coincidence. That's why I need you. Your Quan Chi expertise. We wouldn't reactivate your commission. You'd be an observer. Cage. Ой, Кейдж здесь, и правда. What is it? Just wanted to see if maybe... You could help close the cell? Yeah, because that worked out so well last time. Can't blame a guy for trying. We need you, Jax. Help me capture Quan Chi. None of us is safe if he gets near that amulet. So where's Jackie in all this? Outworld. With Cassie's team recovering the amulet. She'll be fine. We expect to hear mission accomplished from him soon. Да хрен. Ну ладно, в следующем эпизоде увидимся. С вами был Роман Стелс. И надолго не прощаюсь.